За прошедшие сутки 909 казахстанцев получили положительный результат теста на коронавирус. В разрезе регионов больше всего заболевших в Северном Казахстане, где за сутки COVID-19 подтвердился у 135 человек. В большинстве областей в день регистрируют в разы меньше заболевших. К примеру, в Актюбинской только 4 заразившихся, в Кызылординской 7, в Мангистауской 3. На данный момент около 40 тысяч казахстанцев получают лечение от коронавируса. Из них около 1500 в тяжелом состоянии. Что касается вакцинации, оба компонента получили 7 миллионов 702 тысячи человек.